Комплекс омега-3 от компании Oriflame. Если у тебя не получается есть жирную морскую рыбу минимум 3 раза в неделю, то, скорее всего, тебе необходимо принимать добавки, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, ЭПК и ДГК в достаточном количестве. Почему? Омега-3 жирные кислоты непосредственно влияют на состояние во всех возрастах. За счет чего? Они влияют на формирование клеточных мембран. Например, серое вещество головного мозга, оно как раз состоит из ДГК. И поэтому есть необходимость дополнительно принимать. Профилактика хронических воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний. Способствует омега-3 лучшей минеральной плотности костей. Влияет на наше с вами зрение. То есть это очень-очень необходимое вещество, которое позволяет нам хорошо себя чувствовать. Сколько принимать? Согласно нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации 2021 года, необходимый уровень потребления ЭПК и ДГК в сутки составляет 250 миллиграмм. А какой продукт выбрать? Это тоже очень хороший вопрос, потому что омега-3 жирных кислот и рыбьего жира, содержащего омега-3 жирные кислоты, достаточно много представлено на рынке. Поэтому обращайте обязательное внимание, а сколько конкретно в составе ЭПК и ДГК? При регулярном потреблении не вредит и приносит желаемую пользу 250 миллиграмм ЭПК и ДГК. Как раз в нашей капсуле, в двух капсулах эта норма содержится. Смотреть, нет ли других дополнительных добавок в составе, потому что ЭПК и ДГК достаточно дорогие компоненты, и некоторые производители дополняют капсулу дополнительными, как они говорят, полезными веществами. На это следует обращать внимание. Третий важный фактор – узнать, из какого сырья сделана омега-3, которую вы собираетесь принимать. Потому что если сырье и рыбий жир, которые используются для извлечения омега-3, ЭПК и ДГК, извлечен из печени рыб, то он может содержать дополнительные токсические вещества, и он должен подвергаться очень серьезной очистке. Поэтому здесь очень важно, чтобы производитель был проверенный и качественный, которому вы верите, потому что иначе вы можете получить дополнительные токсины. Как избавиться, да, не получить дополнительных токсинов и использовать только чистую омега-3? Это посмотреть, из чего произведено. Как я уже сказала, не из печени рыб, а из тушки мелких, диких, морских, жирных сортов рыбы. Желательно мелких. Это значит, что они еще так не наплавались, не получили токсинов из среды и не сосредоточили их в своем организме. Плюс производитель должен заявлять о том, какой степени очистки подвергается рыбий жир, который используется для капсул омега-3. Oriflame использует 5-ступенчатую систему очистки. Поэтому мы гордимся формулой комплекса омега-3. Он содержит необходимую дневную норму ЭПК и ДГК в двух капсулах каждый день. Состав наших капсул не содержит дополнительных веществ. Он утвержден требованиями Европейской комиссии по питанию и здоровью. Это экологическая капсула из чистого рыбьего жира с высоким содержанием важных жирных омега-кислот. И даже сама капсула содержит не говяжий жир, как некоторые производители делают, а рыбий жир. То есть у нас полностью капсула из рыбы. Мы используем
в производстве тушку мелкой, дикой, пойманной в естественной среде рыбы, а рыбий жир подвергается пятиступенчатой очистке, а рыба, которую мы используем, вылавливается экологически устойчивым способом. Форма не содержит консервантов, красителей, искусственных ароматизаторов, искусственных добавок, поэтому компания Oriflame гарантирует качество и безопасность.